Участковые – это те, кого, как правило, сразу зовут на помощь. И неважно, бытовой скандал или трагическое стечение обстоятельств, люди надеются на правовую поддержку. Начальник УВД Сочи Сергей Огурцов отметил, что сотрудники именно этой службы – главные в профилактике преступлений. Поздравления участковых полномочных полиции служат высококвалифицированные специалисты, настоящие профессионалы, для которых честь и справедливость – не просто красивые слова, а дело всей жизни. Профессиональный праздник поздравил и поблагодарил за службу участковых и глава курорта Анатолий Пахомов. Он подчеркнул, что Сочи входит в пятерку самых безопасных городов страны, и в этом заслуга полицейских и, прежде всего, участковых. В системе органов внутренних дел ваша служба одна из наиболее важных. Вы всегда были и остаетесь на переднем краю борьбы с преступностью. Днем и ночью следите за порядком на веренных вам административных территориях. Лучшие сотрудники службы были отмечены почетными грамотами, благодарственными письмами и юбилейными медалями. Завершилось мероприятие праздничным концертом.